Люберецкий силач Сергей Агаджанян готовится установить очередной мировой рекорд. Как проходит подготовка к серьезному испытанию, узнали мои коллеги. Открытую тренировку, на которой планируется установить неофициальный мировой рекорд по сценическому силовому экстриму, Сергей Агаджанян провел в честь 8 марта. Всем девушкам, которые пришли его поддержать, спортсмен преподнес розовые тюльпаны, как символ мира, гармонии и нежности. К этому дню атлет богатырского движения «Сильнейшей нации мира» начал готовиться сразу после установки очередного мирового рекорда. В октябре прошлого года Агаджанян отбуксировал в Нижегородском метро подвижной состав весом 134 тонны на 30 метров 60 сантиметров. Пришла сегодня на тренировку, захожу, а тут такие звезды у нас, такое шоу показывают. Я просто в восторге, как грелки лопают, сковородки скручивают. Прям классно. С каждым последующим подходом Сергей повышал силовую выносливость и усложнял задания. Скручивал сковородки, разбивал черенки лопат о плечо напарника, одну за другой надувал медицинские грелки. Во время тренировки силачу поддались 17 предметов. Неофициальный мировой рекорд установлен. Я могу сказать, что мне за счет того, что я дул грелки, большое количество грелок, сегодня было испорчено 10 грелок, конечно, мне трудно сконцентрироваться и с вами разговаривать. Идет большая гипервентиляция легких, и, конечно, сосредоточиться невероятно сложно. Самое трудное всегда в сценическом экстриме – это, конечно, дувание грелок. И надувание грелок после подхода к платформе, где почти 400 килограмм висит, конечно, это сложно. Во время попытки установить мировой рекорд по сценическому экстриму русскому Халку и его коллеге-чемпиону мира Сергею Чуприни предстоит справиться со 100 предметами. Испытание пройдет в Кисловодске в конце весны. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.